подпишись на наш канал. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами The Dog Father, и мы продолжаем играть в Rome Total War, в первую ее часть. Я, конечно, извиняюсь за столь длительное отсутствие, но так уж получилось, собственно. Что у нас есть? Спарта, большой город, так. У нас всего 7 копеек казны, надо... Здесь снизить налоги, несмотря на наше бедствующее состояние, так как недовольство у нас в Фессалониках. Ну, в принципе, по доходам, я не знаю, будь что будет, короче говоря. Дела у нас не очень хорошие, так как у нас в прошлой серии, по-моему, Белозору забрали, мы ее отвоевали, и в Фессалониках у нас сейчас пусто, а тем временем Византия у нас осаждает. Так, вот этих бомжей надо отогнать, наверное. Денег нет, жалко. Корабли готовы. Как пошли вон отсюда. Да, вот так. Заговорочная победа. Море наше. Давайте назад. Да, господин. Ходы кончились. Не знаю, долго ли придется мне играть эту кампанию, так как все просто на нас нападают и ничего у нас нет. Вот, пожалуйста. Евген чистый какой-то. На Зил лжеца. А, наоборот, Зил лжец нападает на Евгена честного. Правитель фракции. Командование 6 звезд. Управление 4. Влияние 2. А ты кто такой? О, у него 3 члена семьи. Будущий лидер, член семьи и лидер фракции. 4 тарана, полная армия. 5 командования. Не знаю, ребята. Чувствую, наш лидер фракции погибнет здесь. Будет удобрять македонскую землю. Никто не начинает войны по незнанию, и никто из тех, кто надеется войну что-то выиграть, не остановит страх. Гермократ. Сиракузский. Гермократ. Враги наготове! И будет. Послушаем вступительную речь. Хотя, зачем? Все равно мы соснем. Так, у меня 6 отрядов гоплитов, рекруты, копейщики, вернее, и один отряд военачальника. Попробуем по старой схеме, как мы в прошлый раз сделали, но не думаю, что это нас спасет. У него там то ли 4, то ли 5 таранов. Думаю, что мы не затащим. Попробовать стоит. Хотя подождите, зачем я сюда вас оставляю? Давай смотреть, куда они подойдут. Подкатят тараны. Можно было бы сейчас по-быстрому выскочить и разбить тараны. Не знаю, получится или нет. Быстрее в атаку! Я извиняюсь, аж в горле пересохло. Решил водички попить.
Так, давайте быстро. На тараны. Это наш единственный шанс, я так считаю, разбить тараны. Хотя он подведет новые войска, возьмет их. Ну что вы как... Блин, ну чё они так вот атакуют неорганизованно? Куда они убегают? Ну ладно, бегите. Смотри, что делают. Стрелки 10 человек. Ой-ой-ой, все, все. Это ГГ. С той стороны два тарана, с этой два тарана. Попытка не удалась. Если бы хотя бы он два тарана отставил, у нас был бы еще какой-то шанс. Но... вряд ли, вряд ли. Блин, он уже здесь скоро доломает. Нас еще и обстреливают жестко. Че ты там идешь, не идет? Вот так вот, ребята. Вы куда-то отходите, почему, непонятно. Давайте стройтесь. Умирать так умирать. За Лесофора. Давайте мы вот так сделаем. Отрядов у нас немного. Поэтому попробуем как-то выстроить их по-правильному. Давайте, ребята, не тупите, пожалуйста. Побыстрее. Так. Тут что у нас происходит? Вы издеваетесь? Станьте нормально. Все. Боги сердятся на нас сегодня. Враги пробили стены. Пробили первую брешь. Почему они стоят? Вот дебилы. Дебилы. Я не понимаю, что с ними не так? Господи. Пробили стены. Теперь нам придется сражаться изо всех сил. Лучше бы они стояли, как стояли. Это вообще какой-то бред. Ну что это такое? Почему они не могут нормально построиться? О, пожалуйста. Полководец погиб. И теперь кормит стервятников. Его люди тоже скоро станут пищей для птиц. Не, это нереально. Стыд и поражение. 1100. 1105, если быть точнее. Врагов против 400 бомжей. Да. Печально, печально. Византий захвачен вражескими войсками Фракии.
Чем могу служить? Попробуем, может, мир с ними? Да, хозяин. Где он? Убежал. Ну, сейчас же. Ходы кончились, господин. Что у нас там? Ну, потихоньку наше семейное древо сокращается. Идет естественный отбор. А лидер фракции теперь сидит в Спарте. Корабли готовы. Так, давай, отгони. В атаку! Козлы. Уже высадиться хотели. Победа! Да, господин. Ходы сделаны, господин. Переобучаем. Удивительно, что у нас так много золота. То есть у нас один, два, три. Угу. Четыре члена фракции живых. Так, рекруты, копейщики, греческая кавалерия, легко вооруженный копейносец, 370. Возьмем пару отрядов. Так, тут грек хочет захватывать что-то. Так, нормальные налоги. Пару отрядов ополченцев построим в бане. Ну и все, в принципе, делаем ход. Умер лидер фракции, отлично. Наш тащер погиб. Да, стражан. Получается, в Константинополе у нас был не лидер фракции, а просто какой-то будущий лидер фракции или кто, не помню. Или просто член семьи был. Девкал. Новый лидер фракции. Корабли готовы! На таран! Море наше! Давай сейчас стены. В Спарте тоже бы надо стены. Дела Зора заканчивает строительство стен. Так. Готовы поднять паруса. Делаем ход. Греки, походу, в Никомедии отхватили. Где? Ваша да. честь. О, торговля, давай. Сейчас же. Отлично. Мне нужно немедленно поговорить давай с ним. Давай картами делиться. Отлично. Давай союз. Ага. Давай союз, я тебе я нападу на греков. Хочешь? Ну не хочешь, как хочешь. Я предлагал, ты отказался. Сейчас же. Так,
Византий. Так, мне нужно побольше воинов. Побольше. Господин? Это что за дипломаты у нас тут стоят? Важные. Римский? Да, мой повелитель. Прекращение огня. Мне нужно немедленно поговорить с ним. Не хотят. Ты кто? Фракийский. Давай. А мне нужно немедленно эту войну. Не хочет. Еще один римский. А мне нужно немедленно поговорить с ними. Тоже не хотят. Да, мой печаль, приятель. Беда. Сейчас же. Ходов больше нет, господин. В принципе, везде у нас нормально так солдатов сидит, кроме в столице, Фессалоники. Ну и Спарте. Спарта, конечно, не так страшно, но все же. Сейчас мы сюда и наймем пару отрядов. И кто вот такие фалангиты, копейщики. Ага, ага. Они покруче будут. Делаем ход. Блин, корабль. Греческий, прямо у Спарты. О, пожалуйста, Дакия. Дакия напала на нас. Что не есть хорошо. Так, давай еще пару. Получится, да? В Афинах. В Афинах можно. Еще пару отрядов кораблей наймем, чтобы здесь тоже какой-то флот стоял, потому что это не дело туда-сюда мотаться. Большой город расширяется, Афины. 3200. На следующий ход построим. В принципе, можно и сейчас построить, а на остатки нанять корабли. Агент разоблачен. Где? Солонки, фраки. Ах ты, тварь. Общение строительства, сообщение на наборе, союз разорван. Парфия. Ой-ой-ой, посмотрите. Подошел. Козлина вонючая. Там на подходе уже другой стоит. Очередь выстроилась прям. Живая. Я не знаю. Да, стратег. Что ему делать? Византий пустой, ладно. Надо пока как-то отбиваться. Мы в осаде! Да я вижу, что мы в осаде. Этот бы город еще взять. Не до него. Сообщение строительства на поле, понятно. Так, Дефкал. Ты кто такой? Вообще чмошник. Еще один отряд кораблей. Блин. Ну ладно, пусть пока рекрутируются. Может быть, македонская кавалерия. Так, а 10 вообще защита 8. Получается, греческая кавалерия получше будет. Нет, македонская лучше. Македонская топовая, но она легкая. Это тоже легкий. Это легкий. Вообще защита 11, 20. Да, они лучше. Так. Надо запомнить.
Что у нас тут? Белозора. Дипломатия. Посмотрите, сколько врагов. Просто это, я не знаю. Это бред. Дакия. Ни у кого, по-моему, столько врагов нет, как у меня. Да, жесткие ребята. Как мне тебя так найти? Готовы! Да, господин. Так, класс. Назад домой. Победа! Держи. Блин, Аполлония пустая сидит. Куда он всю армию вывел? Угу. По 120 человек у нас в отряде. Да, стратег. Не доходит. Публичные бани. Академия, Одеон. Ладно, пока ничего не будем строить. Делаем ход. Будем ждать и смотреть, что будет происходить. Может, Фракки нападет на Дакию там, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы в осаде! Это уже третий город в осаде. Ну, посмотрите. Ну, разве это честно? Вот как это вообще может быть? Господин! Да, стратег! Больные ублюдки. Мой повелитель! Мой повелитель! Мой повелитель! И все равно. Да, стратег! Все равно силы у нас меньше, чем у врага. Вы видели, сколько там отрядов подходит к нам? Ну это просто дичь какая-то. Прежде чем наступит ночь, по моему приказу, вы начальник. Так, вы в один отряд. Отряды, вы во вторую группу. Отряды, а вы третью. Безгруппные. Шевелитесь! Да. Я говорил, что ситуация у нас не очень. Ваши подкрепления прибыли. Это обнадеживает. А, у меня же еще подкрепление. Это хорошо. Это очень я хорошо. Сейчас я их лошадниками просто раздавлю. Надо как-то объединить мою армию. В принципе, можно было бы атаковать его с тыла и с фронта, но мне кажется, он отдает слишком много солдат, поэтому я хочу объединить войска и спокойно кавалерию его разбивать. Методично. 4, 7 отрядов, да? Ну, пусть будет 4 с этой стороны. Три с другой. Давайте сюда идите.
Конечно, они устанут, пока будут идти. Но ничего страшного. Эй-эй-эй, что я сделал? Отряды! Отряды! Ускоренный мачек! Мачек! Как вы одна группа, вы вторая группа. В принципе, можно уже идти и раздавать. Ладно, дождемся, пока наши подойдут. Давайте еще раз перемотаем. В одну группу их объединим сразу и выстроим как надо. Стрельщики, пиктасты, конница. Так, давайте вы на правый фланг. А вы на левый фланг. Не спеша теперь могут идти. Читаю как-то криво, они, по-моему, встали. Так лучше, наверное. Он там бежит уже вообще. Назад побежал. Не, мы его задавим. Мне почему-то так кажется, что задавим. И теперь потихоньку, методично будем подходить и гнать его к границам карты. С флангами. Давайте в лесочек. Интересно, они затарятся там или нет? Наверное, нет. Слишком близко враг стоит. Я же его вижу среди деревьев, значит, и он меня видит. Хотя нет, смотрите, спрятались. Мы начальник. Уходим. Шевелись, шевелись. Опять продвигаемся вперед. Так. И вы на правый фланг. Ничего не происходит. Он не атакует и не отходит. Давайте. Вы сюда подойдите. Ты вот сюда. В опасной близости с врагом станешь. Ничего не хочет делать. Ну ладно.
вперед тогда. Фига себе, у него там по 120 человек в одном отряде. Это нехорошо. Да что такое? Че он не идет? Слышь? Ты же на меня напал. Давай уже. Принимай активные действия. Легкая пехота. О, побежал. Давайте атаковать врага. Легкая пехота. Все, замес пошел. Назад. Не успели. Отряда, если не больше. Что он какой-то неактивный. Ну-ка, добейте. Не стреляет, не достают, что ли? Бедняга не знает, куда бежать. Так, готовьтесь, ребята. Залп пошел. Отходим назад. Зараза, навязали бой. Один отряд побежал. Yeah.
короче, все в бой. Вернулись. Разбили мы их. Боги поразили страхом вражеского полководца. Теперь он бежит с поля боя, пусть как последний. Слава богам! Сердца врагов. По максимуму надо всех тут истребить. Давайте добивайте. Чё вы стоите? Смотрите, сколько народу бежит, а вы стоите. Всех вырезать до последнего. Вот так. Ну, чё там? Вот так. Слава богам! Это победа! Безусловно, дело их... Безоговорочная победа. 93 бойца мы потеряли. Битву, но не войну, ребята. У нас на подходе еще две армии. Так что ничего хорошего я не вижу. Переобучить, конечно. Так. Теперь надо разобраться с вами. Пошли не в осаде. Саланки. Так, это я отбил. Итоги хода. Научная семьи. Постройка завершена. Сообщение в наборе. Дипломатические сведения. Следующие фракции объявили о перемирии. Понт, империи Селевкидов. Греческие города и Понт стали вассалами. То есть эти греки поглотили Понт. Ага. А понт у меня, по-моему, странно. А что нету покровительства? Почему враги? Наверное, опять уже развязали войну, но неважно. Понт, по-моему, у меня торговый союзник. Мой повелитель? Блин, что делать-то? Денег нет уже, и сил нет, и воинов нет, ничего нет. Так, сохраним. Блин. Вот же жопа. Смотри. Подплыл уже, козлина. Ну, а на сегодня все. Я думаю, мы будем заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всего хорошего, всем пока.